Давайте сегодня приготовим горячие бутерброды с курицей. Это отличный завтрак, который зарядит вас энергией и сытостью до обеда и всего 456 килокалорий на порцию. Возьмите 2 кусочка цельнозернового хлеба общим весом 80 грамм и обжарьте на сковороде без масла. Мелко порежьте 60 грамм копченого куриного мяса. Я рекомендую брать грудку, к сожалению, в магазине в данный момент ее не было, взяла окорочок. 30 грамм легкого сыра натрите на терке. Сыр – это высококалорийный продукт, при этом он тяжелый, поэтому на глаз никогда не смотрите, всегда взвешивайте. Для наших бутербродов из зелени лучше всего подойдет укроп. Соедините все ингредиенты и добавьте 4 чайные ложки сметаны 20%. Также по желанию добавьте соль и чеснок. Пикантный вкус нашим бутербродам придаст сладкая паприка, а также свежемолотый перец. Тщательно смешайте полученную массу. Еще вариант, вы можете соединить все ингредиенты и взбить их в блендере. Начинка будет более однородной. Разогрейте духовку до 180 градусов. Далее нанесите на наши 2 кусочка хлеба начинку и отправьте бутерброды в духовку на 30-40 минут. Готовность проверяйте по тому, как хорошо расплавился сыр и появилась ли корочка. 2 бутерброда – это одна порция на завтрак, составляет 456 килокалорий. Бутерброды хрустящие, сытные и очень вкусные. Попробуйте, вам обязательно понравится. Также их полюбит ваша семья и будет регулярно просить приготовить к завтраку. Больше рецептов вы найдете на нашем канале «Лалавита. Питание без диет». А если вы хотите снизить вес, вступайте в клуб снижения веса «Лалавита». Для новичков первая неделя бесплатно. Подписывайтесь на наш канал и приходите снижать вес вместе с нами.